Ух, ну что ж, здрасте всем. 22-я ферма, Малиновка, продолжаем. Что у нас было в прошлой серии? Мы там занимались всякой фигней, конечно же, как всегда. Сегодня будем заниматься работой. Ну или фигней, кому как удобнее. А, кстати, объявление все видели в группе и в сообществе в YouTube. Поэтому да, вот такая вот фигня. А теперь я могу спать где захочу и когда захочу. Вот с этим триггером. Это, по сути, вот как этот, переносная же была у нас мастерская. Тут и гардероб можно поменять. А как, а вот, ага, сон, получается, можно сказать, с этой стороны. То есть я могу закинуть в машину и поехал спать, все. Могу даже в машине теперь спать. Не, могу в тракторе даже, вон, в ковше нафиг. А, ковша нету. Трактора я перекрасил, поэтому, блин, надо его поставить просто где-то в таком месте, чтобы потом не забыть. Так, ну что, поработаем сегодня. Блин, на МТЗ-ху скоро обновление выйдет, надо будет его обязательно посмотреть. Так, где у меня что? Ага, вот у меня стоит мазурик, нефазовский прицеп, другой уже грейфер, получается, я купил, потому что тот не дотягивается, слишком высокие борта. Разбрасыватель у меня, получается, где-то тут тоже стоит. Я вообще изначально пытался, вот я подъехал с этим вот кузовом вот сюда, нажал R, и мне 2 литра высыпалось, и больше ничего не происходило. Я мини-погрузчиком тут все вычистил, но пока вроде бы чищено. Тут пока ничего не трогал. Я не знаю, как работает этот конвейерная лента, или работает она вообще, хрен пойми, короче. Так, там еще какой-то... Ай, ладно, потом. Кстати, а что там по бэушной технике? Ну нет, нет, не надо мне это. Так, ну что, поработаем. Я, конечно же, проверил сначала. Он реально, получается, в кузов насыпает. Я... Вот только я не знаю, какая максимальная грузоподъемность у этого прицепа. В плане навоза. Ой, блин, думал туда мимо выспал. Поле я, конечно же, отсканировал, поэтому извиняйте. Поле, конечно, у нас получилось... О, 55%. Нифига, у меня экосчет какой высокий. То есть... А вот еще бы влиял бы... Экосчет, цену продажи на плюс один. Ёлки-палки, так нифига себе, вот это круто. Чем выше экосчет, тем, получается, выше у нас прибыль будет. Вручную все это сканирую на МТЗ, потому что вот небольшие косячки остались. Поэтому, ну, как-то так вот. Так, эту серию я хочу сделать хотя бы на минут на 30-40. Может быть, на 30, так сказать, пробную. Потому что Рутюб-то на 10 гигов ограничивает. Почему на Рутюб? Потому что, объясню. Партнерка, она как бы, блин, официально ютубовская работает, но доход такой малюсенький от этой рекламы. Я, конечно, могу вам предложить, типа, вот включайте VPN и смотрите через VPN ролики. А, кстати, блин, надо было сразу так попробовать. Такой вот вариант вам. Ну, я более чем уверен, многие бы не стали этого делать. Вот я бы не стал. Сразу признаюсь, я бы не стал бы VPN включать, чтобы смотреть ролик. Потому что с моим интернетом это как бы, ну, немножко проблематично. Блин, надо было подъехать поближе. Я, конечно, понимаю, по 2 куба это ни о чем. Да и плюс я в той серии же, получается, купил грабли для этого МТЗ. Ой, для другого МТЗ, который с этим. Как там, балочник. Блин, тут... ЮМЗ-ху я, кстати, тоже скачивал. Но, блин, там, конечно, есть ковшик. Ну, этот экскаватор, получается. Но, блин, скачивать из одного экскаватора. Что-то я как-то не хочу 160 мегабайт тратить дискового пространства. Сам ЮМЗ я бы оставил вот этот, который с универсальной крышей. Ну, с большой которой. А так, в принципе, он нафиг мне не нужен. Оп, давай полностью, что ты? Ну, ну ты что? Так что вот такая фигня. Блин, надо было, конечно, сделать так. Но я более чем уверен, что мало бы кто стал бы смотреть через VPN. Поэтому... Да и YouTube уже как-то особо доверия у меня уже нету, если честно. А Рутюб это все-таки наше, родное, тем более уже развивается. Ролики я там некоторые смотрел, все нормально грузит, все быстро. Даже по ферме там оказывается довольно-таки много роликов уже. То есть некоторые люди все-таки переходят уже на Рутюб. Поэтому я тоже буду переходить. Не резко, конечно, я буду поддерживать канал на Ютубе. Тем более там уже скоро у нас 5000 будет, представляете? Может как раз где-нибудь к июлю и наберется 5000.
Поэтому такая фигня. Короче, все. С Ютубом и Рутюбом мы разобрались. Вы поняли, что делать. Добро пожаловать, так сказать, на Рутюб, потому что этот ролик выйдет уже на Рутюбе. Я, кстати, вот заметил, у него вот тут гидравлика. Ну, то есть, шланги от гидравлики вообще вон переламываются, вон, видали? В жизни так же у него или. Просто смотрите, как. О-о-о! Это немножко автор не реализовал. Так, а как мне открыть-то? Опа! А на улице, наверное, не так уж и жарко. Хотя 14 градусов, а я сижу в МТЗ-хе, наверняка тут Ташкент. Хотя у меня есть отопитель, но он же только, получается, на отопление идет. Ой, ёлки-палки, блин. Что такое? А, чуть-чуть повыше надо было. Этот грейфер хорош тем, что он может далеко поворачивать свою эту клешню. Блин, есть, конечно, проблемы небольшие. Надо немножко поближе подъехать. Я хочу как? Получается, на поле привозим. Чуть так залагал. На поле привозим. И, получается, другим уже погрузчиком будем насыпать. Можно даже мини-погрузчик туда тащить. Так. Я думал, что за фигня. Блин, надо будет потом подальше. А, что? А, я думал, что за фигня. Ну, так, конечно, попроще, чем постоянно ковшом вводить и открывать, закрывать его. Блин, может так поработать? Так, конечно, ни хрена не видно. Если только вот так вот голову вытаскивать, и то, блин, непонятно, если честно. Но учитывая, что этот тонар получается, ну не фаст тонар, какая к черту разница, это же марки получается, на 40 кубов, а грузоподъемность у него где-то 20, что ли. Блин, слушай, а он местами-то и не достает до конца. Можно так вот опустить и потихонечку водить. Опа. А, все, уже полный. Ой, так он подпрыгивает, когда. Ну, это то, что ковш у нас получается отдельным модулем идет. Если он был бы, наверное, целиком, он бы так бы не подпрыгивал. Блин, как тут в реальности что-то увидишь, блин. Тут ни хрена же не видно, елки-палки. Реально говорю. Я сначала хотел вообще взять вот этот прицеп, но потом подумал, блин, ну что-то он какой-то читерный. В плане грузоподъемности. Тут, считай, 15, 16. И тут, блин, аж почти 30, блин. Ну, хотя, кто его знает, может быть, так оно и есть. По цене, конечно, они одинаковые, но я решил взять этот. Так, придется немножко назад стать. Ай. Фух, я уже думал, сейчас на колесо ему прям наступлю. Но автор сказал, что обновление на МТЗ-ху скоро выйдет, так сказать. Блин. Наверное, в какой-то степени надо было все-таки брать тот с вилами, потому что... Мне кажется, экскаватор... Да, блин, видите, он больше не опускает. А там, наверное, то, что яма уже идет, да? Там... Ну да, тут чуть ниже. Мне получается... Ну, когда вот туда прям заеду, я смогу, наверное, туда. Можно прямо сейчас это сделать. Так. Сегодня задача основная, это в основном... Блин. А чё, все что ли? Да ладно. Блин, я только хотел отъехать. Так, давай. Ой, чё. Вот так вот, наверное, нельзя делать. Сейчас мне инспектор по технике безопасности. Как дела? Все нормально? Оп. А это, наверное, надо... Подожди, тут же, получается, можно же на лапы переключиться. Задняя, бульдозер... Нет. Задняя стрела. А лапами нельзя управлять. Блин, жалко. На том можно было лапами управлять. Задняя стрела. Ну ладно, хрен с ним. Так, и сколько у меня тут получается? 22 куба. Блин, я с таким же успехом мог бы взять спокойно вот этот прицеп. Взять. Ну, с одной стороны, знаете, почему я не взял вот этот прицеп? Потому что ехать надо хрен знает куда. Кстати, я вот тут курс еще нарисовал вокруг вот этой дороги и выключил, получается, трафик, потому что он нафиг тут не нужен. Он тем более ездит только тут и постоянно мешает. Ездит как бешеный, блин. И постоянным потоком еще.
Вот точка доступа получается. Ну, это автодрайв, поэтому погнали. Блин, 22 куба. Я думаю, побольше будет. Так, ось опустим тогда. И погнали. Я вообще думаю, может быть, масс... Ой, этот Урал... Блин, лишка. Урал взять, а потом подумал, да зачем? Я думаю, с этим тонаром он будет не очень смотреться. Слишком Урал высокий. Под Урал нужен какой-то другой прицеп. Так, тут у нас что? Тут, в принципе, все без изменений. Я единственная корова... Я купил сено. Ну, потому что коровам реально есть нечего. Солома же используется как подстилка. Вот наш МТЗ, вот выдуватель. Вот получается бочка. Бочка, я думаю, потом другую взять. Блин, мне же кто-то написал, что... Алексей Серегин, что ли, написал, что вот эти борщевики... А, все, блин, все, весь отпачкался. Все, сейчас чесаться начну. Можно зафигарить косилкой. А это что за косилка? И дешевая такая. И детализация такая неплохая. Взять, что ли? Прикольно. За 3 косаря. А что бы не взять-то? Давайте возьмем. Надо бы только трактор какой-нибудь отправить за ней. Хотя у меня на базе же стоит трактор. Подцепим и заодно и проверим. А, ну на МТЗ уже можно переднюю навеску. Но, блин, она получается 60. С той косилкой я, наверное, не смогу. Ну, та вторая, которая... Там модовая, которая 3 штуки у меня есть, наверное, не по... Блин, у меня микрофон, кстати, далеко стоял все это время. Я же микрофон теперь отключаю после каждой записи и убираю его сюда за монитор, чтобы он мне не мешал проходить одну игру, которая на запись вообще не годится. Называется она Death Stranding. Режиссерская версия. Вам она совершенно не интересна. Поэтому посмотрите там, не знаю, стрим у кого-нибудь. Тем более я ее уже прошел. Так, а что я 40-то? А, я же тут тоже настроил 40, 60 и, по-моему, то ли 70, то ли 80. Так, погнали. Мазурик какой-то прыгучий, блин, я даже не знаю. У него подвеска такая мягкая. У него в жизни тоже такая мягкая подвеска или нет? Хрен поймешь иногда. Оп. Хотя по такой дороге можно и 40 ехать. Один рейс я сам сделал, потом его запущу, пусть едет. Ну, то есть в обратную сторону. Надо было следом сразу МТЗ-ху запустить. Блин, ну ладно. Хотя надо МТЗ-ху запустить, потому что в обратную сторону поеду, по-любому встретимся. Так. Блин, опять он опустил. Почему постоянно верхнее положение, трехточку ставит? Ну, этот, навеску. А, чё это он? А, это я то, что с вот этим, с кормежкой ездил. Так, 19-е поле. Езжай. А мы пока поедем вперед. Кстати. Ой, не то. О, тут тоже все это работает. Ну-ка. И чё? А, вот. В смысле, у меня что, окно было постоянно открыто? Жалко, что тут... Вот это управление дверями, вот этой всей фигней, когда открываешь двери, звук не повышается, как это было, получается, в 19-й ферме. Тут такой фигни нету. А чё так тихо-то, блин? Я чё, звуку не добавил, что ли? Нет, все 50. А, это у Мазурика такая шумка шикарная. Аж, блин, я думаю, у меня там звук нафиг в ноль убавлен. Так, аккуратно. Там я какое-то рыбное производство скачал вот только недавно. На бутылку потом посмотреть. Оп, 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 аккуратненько. Блин, хотя вот таким вот прицепом, я не знаю, правильно, неправильно вообще навоз возить. Может быть, он не для этого предназначен. Ну, просто по цене самый доступный был. А тот я не стал брать, потому что что-то он более убир грузоподъемный. Он, скорее всего, полный забился бы навозом. Так, теперь тормозим. Ух, нифига, у него тормоза какие. Тиски прямо. Песок я пока не возил.
потому что мне он особо сейчас не нужен. Ну, то есть мне не особо сейчас нужны деньги. У нас сейчас получается в основном только работа. Надо, конечно, сеялку еще купить. И получается, удобрения, семена у меня есть на базе. Это я помню, можете не писать. Там, в принципе, большая куча. Я даже не знаю, сколько там. Ну, наверное, хватит на 19-е поле. Так, можно немножко поддать в топку, так сказать, белорусскую. Ну, как. Он, конечно, мягкий, но или чересчур мягкий. Хрен его знает. Ну, учитывая, что это конверт, не от самого автора. Хотя вроде в 19-м он так же себя вел. Блин, тут нифига себе. Съезд-то какой. Он не зацепит ничего. Ой, какой же подъезд резкий. На МТЗ-хе так не чувствовалось. Так. Блин, я, по-моему, неправильно заехал. Я хотел вот тут именно высыпать. Надо развернуться тогда. Там был еще один подъездик. Ну, я не знаю, там, скорее всего, тоже такая же фигня будет со съездом. А, подожди. Важный вопрос. А че же? Уже 15 минут прошло. Опять кадюшек. Иди в жопу, а. Так, важный вопрос. Я нахожусь здесь. Фу, слава богу. Да было бы стрёмно, если бы здесь высыпать нельзя было. Я офигел бы тогда. Так, я тогда еще немножко сделаю. По идее, тут надо даже немножко как яму сделать, но я что-то не особо хочу. Будет смотреться не очень. Так. Ну-ка ты, товарищ. Видите, он не пропадает с помощью этого. А вот эти вот кусты пропадают. Возле дороги, конечно, навоз высыпать. Ух ты. Звуки-то тут какие. Просто первый раз им пользуюсь. Ой, а чё он так далеко-то высыпает? Главное, чтобы под себя не кидать. Слушай, и кучка такая маленькая получается. Слушай, я здесь могу столько навоза навозить, это просто капец. Так, МТЗ, подожди, поворотник включил. Аккуратненько заезжай, вот тут вот вставай. Молодец. Скрипучий какой, а? Не смазали даже. Блин, я тут могу, получается, до поворота навозить. Эй, блин, понаставили тут своих МТЗ. Моих, точнее. Ну-ка. Блин, надо сейчас терраформингом немножко поправить это тело, потому что смотрится вообще ужасно. А, блин. А, вот коровник Синал. Ты сможешь туда ехать? Блин, это, получается, со стороны магазина я рисовал. Ну, ладно, пусть едет так. Так, 90, пусть помедленнее ехать. Да, я слезу, блин. Надо его перекрасить, то синий какой-то, чересчур яркий. Не совсем сочетается с МТЗ-хой. Все МТЗ-хи я перекрасил. Чисто вот в такой цвет. Синий 3, по-моему. Так. Будем эту ферму не спеша проходить. Я хочу растянуть удовольствие. И обновлять эту карту я не буду. Ни за что не на свете. Начинать заново, там еще что-то. Не, нафиг надо. Я лучше дождусь, когда ягодная прям вот так вот прям сделают. И можно будет ягодная начать потом. Так, смягчить. А чё? Блин, хреново. Может быть, вот тут поднять тогда? Ой. Чтоб не так больно было заезжать, так сказать. И немножко смягчить. Ну-ка. Нет, еще чуть-чуть. Так. Во, вроде получше. Вот тут, конечно, вот кочка прям конкретная. Ну ладно, ничего не поделаешь. Так, в чем я по технике? МТЗ стоит, погрузчик. Этот поехал уже. Блин, мне нужно, получается, вот на этот... Блин, придется все-таки... Блин, мне же нужно грузить еще. Мне, получается, нужен еще один погрузчик. Как вариант, конечно, мини-погрузчик туда тащить. Но, блин, далеко ехать. У меня есть какой-нибудь прицеп? Ай, ладно, запущу его, пусть сам едет. Далековато, конечно, по идее.
Блин, в идеале было бы хорошо вот этим вот трактором грузить тот, получается, разбрасыватель навоза. А сюда, получается, взять МТ. Или просто мозги не парить и взять МКДОР. Вот реально. Но у меня, получается, три погрузчика будет. Блин, ну вот на этом просто далековато ездить. Блин, я прям не знаю, что-то я прям не подумал об этом насчет погрузки, поэтому надо сейчас вот прям подумать. А я не удалил, что ли, UMZ-ху? Вот я молодец, блин. Надо бы потом удалить ее. Ну, просто не нужен мне этот пак. Уж извиняйте. Так, ну, брать стегомет я не вижу смысла. Вот в идеале вот этот трактор нужно послать на поле, а Амкадор вот сюда. Как думаете? В принципе, Амкадор не такой дорогой, поэтому, наверное, я возьму его. Навоза у нас, в принципе, еще до хрена и много, поэтому, думаю, надо бы взять. Так, где он? Ой, 23 косаря. Ну что это, много что ли? Так, тут надо какие-нибудь... Не, ну слишком уж круто. У меня были мишленовские. О, метасовские хорошо смотрятся, смотрите. Ну, слишком широкие. Во, вот эти вот я оставлю. Так, такой. Так... Или темный. У нас, кстати, возле магазина, который скоро откроется, тоже стоит там Амкадор, но не такой, по-моему, 300... 360 какой-то, что ли, у него, потому что вот тут еще окна идут. Но у него, конечно, резина все другое. Так. И может тоже желтым покрасить. О, тоже неплохо смотрится. Так, декали нормально. Вот так вот сделаем. Выбор колес. 24 косаря берем. Сочетаний никаких нету. Так, для колесного. А вот родной может взять. Давайте, или может вилы какие-нибудь навозные взять. Блин, ну логичнее, мне кажется, навозные вилы взять. Потому что все-таки ковшом навоз толкать, это, ну, такое себе дело. Поэтому я возьму вот такие навозные вилы. Они, конечно, подороже, но что поделаешь. Зато техника уже есть. Так, косил. Да чтоб тебя, кто там опять что... О, Амкадорыч. Чё так залагало? Да... Чё с тобой? Ферма. Ой-ой-ой, это чё такое? Только не говори, что это после покупки Амкадора случилось. Блин, чё-то фризить начал. О, ёлки-палки. Чё, реально? Или это опять там... Нет, хотя у меня кроссплей не работает. Ну ладно, езжай пока. А, он, наверное, не сможет, да? А, нет? Нет, не может. Ну тогда езжай на коровник, я тебя перехвачу-то. Ты что, дурак, что ли? А, это я дурак, получается. Не с той стороны. Курс-то у меня с той стороны начинается. Жалко, что виллу нельзя перекрасить. Все, езжай. Молодец. Ёлки-палки, это с чем связано? Автодрайв. А, ну это, наверное, то, что он не мог найти. Это, в принципе, нормально, наверное. Я, кстати, автодрайв давно не обновлял. Он же, тем более, обновился недавно. Так, сумочку где-нибудь на бордюр поставлю. О, а что у нас, бордюр без коллизии, что ли? Можно было, конечно, ковш взять на этот МТЗ, поставить ему фронталку. Но что-то не хочу, если честно. Прям не хочу и все. Хоть ты... Трести, блин. Может быть, я от грейфера потом вообще откажусь, не знаю пока. Конфигурация, так. Во, а перекрасить можно? Цвет погрузчика. Это цвет погрузчика? О, клево. Не, подожди, это не тот цвет. Да... А, он здесь получается. А может в синего покрасить? Синий 3. Во. Во, вообще шикарно смотрится. Цвет бочки. Жалко, цилиндр нельзя перекрасить. Так, ну я думаю, наверное, противовес не нужен будет. Я могу, конечно, подцепить, но навряд ли он будет нужен. Ну, наверное, подцепим. Сколько она весит-то?
630. Ну, хрен его знает. Да он ее даже не почувствовал. А звуки-то какие? Звуки прикольные, кстати. Лучше, чем в игре. Так, ты езжай... Ай, надо поближе подъехать. Роторы уже остановились, или как их там? А звук до сих пор идет. Так, где у меня там 19-е поле? Езжай пока. Так, Амкадор приехал, красава. О, это походу Амкадору что-то мозги парит, потому что вот я в него сел и опять фризить начал. Ну зачем ты так кучу, блин? Блин, я немножко неправильно стал на МТЗ, честно говоря. Поставлю просто сейчас по прямой. Не буду сейчас там с краю или круги. А, хотя подожди. Здесь надо на курс PH ставить. Потому что работник, скорее всего, тут будет тормозить. Из-за того, что поле не квадратное, а такое, своеобразное, так сказать. Блин, надо будет... А, куда ты? Ну ладно, это хоть навоз, а не там еще что-нибудь такое полезное. В смысле? Так. Отъезжаем. Интересно, насколько мне хватит одного прицепа? Интересно, сможешь хотя бы одну сторону по краю пробить? Увидали? Что-то с Амкадором не то. Надо, походу, его менять. Или сказать Руслану, чтобы он его посмотрел. Вряд ли, конечно, он чем-то сконфликтует. Но хрен его знает, все равно надо будет сказать. Вот видите, опять сел, опять началось. Прикольно то, что кучу можно немножко двигать. Но опять-таки в некоторых ситуациях это не особо нужно, конечно. Вот опять началось. Тесновато немного. Я, наверное, ну блин, третий МТЗ покупать. Чисто какой-нибудь стегомет. Или может быть с МТЗ с ПС-кой взять. А, уже все, что ли? Три ковша и полный. Так, курс PH. Ну, как раз МТЗ-ка подъехала вовремя. Так, где у нас поле? Блин, я его не смогу увидеть, да, получается? Хрен, вот зачем было такое огромное меню делать? Могли бы поменьше сделать, чтобы можно было поле увидеть хотя бы. Так... Ну, 2, наверное, хватит. 3,9. Ну, давай сгенерируй, посмотрим, что там будет вообще. Угу. Нормально. Мне нравится. Так, ну что, давай, пробуй. Давай, давай, давай. Не тормози только, разгоняйся. Куда ты опять поехал? С ближайшей точки, с начальной точки. Как мне говорил Андрей, с начальной. Ну, когда запускаешь, только запускаешь. Подожди, в какую сторону? А, он хотел, наверное, разворачиваться. Но все равно ничего не знает. Надо было генерировать по направлению, а не в ту сторону. Это я ему говорю. Но все равно, вот этими органическими удобрениями мы мало чего добьемся, но опять-таки их надо сюда пихать. Поэтому будем пихать. Так, тут я уже прошелся немного. Ну, чую, конечно, вот такая работа нам надолго. Ну ладно, главное, пошел. Азот идеально. Нифига себе. Ты как тут на идеально-то накидал? В смысле, у него как, он какой там расход-то поставил? Да нет, желтенький. Ладно, посмотрел. А если бы не посмотрел? Как бы сейчас все поле так на одном прицепе без зафигарил. Так... А кто-то писал, что можно что-то там... А, это, а видите, тут нету. По-моему, в какой-то же ферме было. Что-то нажимаешь и пополнять там с ямы, что ли, какой-то. Хотя у меня ямы-то никакой официально нету, получается.
Кстати, да, я вот не знаю, есть смысл ставить вот этот хранилище под навоз или нет на коровнике? Кто вот играет? Отпишитесь. Потому что там есть какие-то вот триггеры, но опять-таки я не знаю, для чего они вообще нужны-то, если они ни хрена не работают. Так. Давай проверим. Поле мое, все мое. Врубаем. Кто-то написал, что косилкой можно скосить борщевик. Кто такой молодец? Ну-ка, вот я... Ну, куст он, скорее всего, тоже не скосит. Так, нанять работника. Куст скосил. Борщевик. А, это олень. В общем, миф, так сказать, опровергнут. Точнее, теория не удалась. Ладно, езжай тогда разочарованный на базу. Если сможешь, конечно. А, подожди, я ж наоборот хотел. Амкадор туда, а этот сюда. Блин, туплю конкретно. Блин, и время уже 30 минут. Ну, так сказать, начало положено, поэтому давайте еще один рейс сделаем, да и закончим. Ну, или, поможешь, пораньше закончим. Так, коровник надо будет сделать, чтобы потом можно было через черный ход заезжать, так сказать. Ну, не знаю, PH стоит, не стоит поднимать. В принципе, нормально. Для первого урожая. Хотя тут трава будет расти. В принципе, ладно. Мне главное вот этот PH. О, этот. Но 3% уже. Если я сейчас пишу... Блин. А если до 100 поднять, там сколько? Ну, наверное, процентов 20, наверное, будет. Это ж охренеть. А здесь она будет отображать, интересно? Ну, то есть то, что песок немножко подороже стал. 958, а колебания цен. Так, сейчас у нас что получается? Сентябрь же, да? Сентябрь. Цена подрастет в октябре, и получается в ноябре, и получается до февраля песок лучше не трогать. Ну, это я в прошлой серии говорил. Так, переключаемся тогда на UMZ-ху. Надо переключиться еще на Мазурик. Насчет Амкадора не знаю, надо будет еще потом на другой карте проверить, на пустой. Если будет так же фризить от него, то, наверное, надо будет сначала к Руслану обратиться, а потом уже думать, что с ним делать. Так, тормозим. Мазурик можно было, наверное, 4 на 2 тоже взять. Не обязательно было такую колесную форму убрать. А, в принципе, тут можно хоть как вставать, раз Амкадором буду грузить. Так, это высыпай, это переключай, это вот так, и отъезжай. Грейфером я еще буду работать, например, на песке. Весьма полезная штука. Ай, блин, я по привычке его назад зафигарить. Он же спереди должен быть. Так. А дальше не поворачивают. Ой, блин. Я думал, там коллизия есть, там коллизии-то нет никакой. Ну, а погнали. Теперь ковш будет так косить мне, блин. Ой, дверь-то. Дверь-то... Да, блин. Дверь-то надо закрыть, а то не май месяц. Жалко, что звук не повышается. Так, это тоже закрываем. Это оставлю пока. А то, наверное, все навозом в кабине пропахло. Надо немножко проветрить. Я теперь, наверное, МТЗ-ки буду все так красить. В принципе, ну можно немножко побледнее красить. Это такой, знаете, цвет прям новенького, прям с нуля еще муха не сидела. Жалко, что цвет со временем это самое, ну как, не бледнеет. Ну, короче, вы поняли, не стареет. Вот этого эффекта еще не добавили на ферме. А кто куда доехал-то? А, это, наверное, МТЗ-ха доехал. Слушай, он уже почти круг сделал. Еще не жаловался на то, что у него кузов пустой. Удивительно. Блин, 35 минут уже. Это побольше тестовая серия. Я хочу добиться оптимального размера файла, чтобы можно было удобно грузить на Рутюб. Не, все равно, видите, фризит независимо от того... А, может быть, это рядом с ним фризило? А не то, что я в нем сидел бы. Блин, что-то с Амкадором... Ну, я не знаю пока.
Не буду раньше времени, конечно, обвинять именно мод. Может быть, я что-то скачал, и так теперь конфликтует с этим. А, ну ты, в принципе, можешь ехать сам теперь. Давай, до свидания. Так, переключусь пока на МТЗ-ху. Ну, косилку тогда уж оставлю, что теперь пригодится. Можно, по идее, конечно, купить потом вот эту еще самую простенькую на 50. Может быть, потянет, но, наверное, будет кое-как ехать. И только с тем балочником. С этим-то уж вряд ли потянет. Так, надо ее где-нибудь поставить, чтобы она не мешала особо. Тут нет... Ну вот есть, конечно, уголок, но он не совсем подходит под то, что я хочу. Так. Ну, тут и оставим. Пусть тут стоит. Борщевик, наверное, получается, и нельзя будет удалить с помощью того скрипта, который, как он там, реальная косилка, или как он там назывался. Блин, полбака осталось. Надо будет заправить потом. Да ладно. Блин, я бы тебя с удовольствием бы тормознул бы и забил бы полностью. Давай, тяни. Он просто сейчас круг сделает еще. Можно было, конечно, один круг сделать, потому что не обязательно было два делать. И потом он будет, получается, вперед-назад ездить. Так, а вот тут уже надо будет как-то поближе вставать. Надо, наверное, поближе к полю высыпать. Может быть, даже на само поле высыпать. Хрен его знает. А я думаю, в принципе, сейчас мы его загрузим, да и закончим. Думаю, уже можно. Я даже сам, наверное, доеду. Тут надо вылезти, чтобы по-нормальному руль встал. Ну-ка, давай мы тебя сразу с 9-й запустим. Вот нахрена он все передачи перебирает? Если можно, сразу с 9-й стартануть. Я говорю, на некоторой технике лучше в ручном режиме ездить, чем вот так вот. Как начнем с 4-й передачи? Блин. И начнем, блин. Тем более, никакой нагрузки нету, ничего не прицеплено. В жизни что, крейфер тоже так же шатается, как маятник какой-то? Или он как-то фиксируется? Хотя вон та труба... А, ну это, наверное, для подъема. Ну, хрен его знает. Так, следующая серия, получается, будет уже у нас на следующий день. 3 сентября, может даже 4-го. Хрен его знает. Блин, нам же нужно еще вот этим полем заниматься. Я про него совсем забыл. Ёлки-палки, оттуда. Блин, туда же далеко ездить придется. Или может сначала этим полем заняться, 19-м, а потом уже чисто туда все перебросить. Там у нас, по-моему, известь как раз нужна. Я, кстати, скачал, по-моему, какой-то вчера прицеп. Сейчас доедем, посмотрим. Он весит всего 3 мегабайта. Ну, выглядит весьма неплохо. Но если стоит дорого, конечно, хреново. Так, аккуратненько. Да, не обязательно так. Так, мне, наверное, не до конца доезжать, а вот так вот, наверное, чтобы он мог полностью всю кучу охватывать. Так, что там у нас за прицеп-то был? Скачивал я. 24 косаря. 8 кубов, ТТТ. Максималки нету. Что кидает? Все кидает. Но я, наверное, буду делать так. Вот такие прицепы здоровы, чисто под известь. А удобрения чисто вот такими вот буду разбрасывать. Потому что, мне кажется, так даже логичнее будет. Так, форточку открываем. И погнали. Так, не зацеплю там ничего. Ну-ка, он нормально достает. Ой, блин, надо немножко подальше отъехать. Не, все равно фризануло. Я вот скачал вот это вот производство хотовское на рыбу. Возможно, из-за него вот эта вся фигня. Потому что это единственный мод, который я скачал за эти 2 дня. Больше я ничего не трогал. Точнее, ничего не скачивал. Блин, вот то, что он так шатается, это, конечно, хреново. Блин. Он может немножко за пределы кузова высыпать. Маятник, блин, гребаный.
Ну, видите, когда я ковш закрываю, он все равно полностью не забивает. Что-то он и так непонятно, иногда как-то работает. 2016. Что интересно в том году происходило. Ну, вот если вот так вот делать, то можно грузить, но это как-то немножко неправдоподобно, конечно, смотрится. Но мало кто, наверное, и пользуется вот такой вот техникой на ферме. Так, мимо не сыпай только. Так, немножко вперед надо проехать. Блин, только я не смогу уже на прицеп доставать. Ой, а что это у него тут, смотрите. И прикол. Это так. Ага. Надо будет скинуть автора, видали? Тяга там как ходит. Сейчас вот я поверну колесо. О, видали, где он торчит? Надо будет скинуть... Ай, не туда. Как хорошо, что можно так вот на клавишу X просто его развернуть. Очень удобно. Блин, ну почти. Можно вот так вот высыпать. Оп. А, уже полный. Или не полный. А, можно вообще вот так вот. А, у него там и коллизии нету. Круто, блин. Оп. Он, по-моему, полный уже, поэтому хватит фигней страдать. Все, пока заглушим его. Так, время 42 минуты, да я охренел, блин. Ну все, короче, давайте заканчивать. Ну ладно, тогда МТЗ-ху здесь брошу. Ну как брошу, оставлю просто. Пусть пока тут стоит. Превьюха, кстати, неплохая будет, поэтому... Эта серия на Рутюб. Поэтому всем спасибо за просмотр. Там, я не помню, лайки, дизлайки есть на Рутюбе вообще. Комментарии оставляйте, но я хз, как их смотреть, надо, получается, ролик открывать. Поэтому, если уж я не отвечу, поэтому сорян. Надо, кстати, к предыдущим роликам на Рутюбе посмотреть, есть там комментарии, вообще нет. Ну и все, всем спасибо и всем пока.